Это «Метеотайм» на Акчен ТВ, и я, Александр Шишкин, с любовью и уважением к вам. Говорим о погоде. И вот свежий метеорасклад на 25 марта. Чего ждать нам от небесной канцелярии? На севере республики будет преимущественно пасмурно. Местами ожидается небольшой снег с дождем и обычный дождь. Столбики термометров днем покажут плюс 5. В ночное время столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. На юге Молдовы на пару градусов холоднее. Будет пасмурно, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Дневные показатели термометров плюс 2-3 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 0 плюс 1 градус. В центральной части нашей страны также будет пасмурно и ожидается мокрый снег. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Синоптики предупреждают о небольшой гололедице на дорогах. В столице нашей республики, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно и тоже ожидается снег с дождем. Тающий снег создает неудобства на дорогах, поэтому будьте аккуратны. Днем столбики термометров покажут не выше 2 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Зонт по-прежнему предмет первой необходимости. Что с погодой у наших соседей? Узнаем! В Москве и Киеве ясно и сухо. В Бухаресте ожидается мокрый снег. Дневные температуры повсеместно со знаком плюс, а ночью устойчивый минус. Помним, метеорологи погоду не предсказывают, а прогнозируют. А я, Александр Шишкин и Акчен ТВ, прощаемся. И, как всегда, наша любимая. Важнее всего – погода в доме.